Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Кировстат вновь фиксирует снижение цен на рынке жилья. По подсчетам ведомства, за первый квартал этого года квартиры на первичном рынке подешевели на 0,8%. На вторичном рынке падение составило 1%. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила чуть менее 38 тысяч рублей, на вторичном – около 41 тысячи. В целом, по Приволжскому федеральному округу ситуация неоднозначна. Цены упали в половине регионов. Более всего в Татарстане и в Чувашии. Максимальный рост цен зафиксирован на вторичном рынке Саратовской области. Отмечу, в целом по России новостройки продают по 56 тысяч рублей за метр, вторичное жилье по 53 тысячи. Дайджест недвижимости. В Кирове реконструируют торговый центр «Тайм». В частности, планируют перестроить вход в него. Высокая лестница неудобна и опасна для посетителей, говорят авторы нового проекта. Вход хотят сделать закрытым. Внутри ТЦ также будут установлены современные эскалаторы и подъемная платформа для инвалидов и посетителей с колясками. В результате работы общая площадь торгового центра увеличится на 80 квадратных метров. При этом разработчики проекта заверяют, что область реконструкции не выйдет за границы построенной в настоящий момент лестницы центрального входа, а существующая пешеходная часть шириной 5 метров останется нетронутой, сообщает паблик «Строим Киров». Дайджест недвижимости. Продан самый дорогой земельный участок в мире. Его стоимость составила 3 миллиарда долларов. Землей в самом центре Гонконга обзавелась компания Henderson Land Development, которая принадлежит одному из самых богатых людей мира – Ли Шао Ким. За право покупки боролись еще 8 желающих. Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка. Новый владелец планирует снести ее к 2022 году и построить на купленной территории офисное здание. Рекордная сделка отразилась на цене окружающей недвижимости, увеличив ее стоимость на 11%. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.